Всем привет, с вами Феликс, и сегодня я вам покажу довольно интересный способ заработка, который можно использовать, не вкладывая никаких своих денег. Итак, погнали. Вот этот парень, Дэйв Ник, он очень давно занимается Ютубом, довольно успешный предприниматель, и параллельно с этим обучает других, как зарабатывать на YouTube. Я за ним смотрю давно, знаю, что он довольно-таки успешный. Вот на этом его основном канале, как видите, почти 600 тысяч подписчиков. Но если вы посмотрите по просмотрам, ролики не очень много просмотров на ролик. Наверное, у него какая-то такая система заработка, потому что, если вы понаблюдаете, у него несколько каналов по разным тематикам, и он как бы работает на многоканальной основе, но не так, чтобы именно добиваться, чтобы ролики имели там миллионные просмотры. Вот у меня такое впечатление. Просто, чтобы все это узнать, надо пройти курс, но это не о том. Вот его сайт, на котором он проводит обучение. Вот, через этот сайт можно записываться на обучение. Я никому не советую делать этого, конечно. Потому что оно довольно-таки приличных денег стоит. Начиная с $49 и заканчивая там до 3000, ну 4000 почти. Но люди у него обучаются, так что он вполне успешный человек. Парень, точнее. Вот смотрите, и что он придумал на днях. Вот он выложил у себя на канале ролик и сделал, так сказать, готовую бизнес-модель. Вот под роликом у него три ссылочки. Вот раз, два, три. Эти три ссылки, одна из этих ссылок ведет вот сюда, на записаться, чтобы получить 5 приватных видео о том, как надо работать на YouTube. То есть он из своих уроков или выделил, или записал отдельно 5 видеоуроков, которые предоставляет нам бесплатно. И мы можем их распространять, продавать, в смысле, продавать по той цене, которую мы сами установим. Если вы спросите, а что он с этого имеет, то есть в чем его интерес? Его интерес в том, вот когда кто-то у нас покупает, он здесь регистрируется, и дальше уже после этих 5 уроков у него... У этого парня есть уже имейлы этих людей. И он с ними связывается, пишет им, ну, на автомате. И старается, то есть, продать, грубо говоря, более дорогой курс. Вот этот, допустим, до, вот видите, 5 почти тысяч долларов. То есть, смотря до какого этапа люди захотят учиться. Вот в чем его интерес, его заинтересованность. Наша заинтересованность в том, чтобы продать по той цене, которую мы хотим, вот эти вот 5 уроков, а дальше уже пусть он сам думает. Эти 5 уроков для того, чтобы облегчить продвижение, продажу. Он в этом ролике объясняет, есть такой сайт Gumroad, я с ним знаком. То есть через него продавать. Мы можем продавать и через кофе. Но смотрите. Здесь эта ссылка, я уже показал. Это ссылка на регистрацию. Это ссылка. Вот эта ссылка на ресурсы. А это ссылка на Instagram посты. Что это значит? Вот переходишь по ссылке. Вот уже готовые картинки. Переходишь на описание, вот тексты,
которые надо использовать, можно использовать. Можете написать свои, без проблем. Но он все это уже подготовил. Ничего искать нигде не надо. Вот другие картинки. Точнее, это уже не картинки. Это уже следующая ссылка. Вот Instagram-посты. Вот эта третья ссылка. Которые он тоже уже подготовил. То есть в Instagram сидеть, думать, что закидывать, никому не надо. То есть это уже как продвигать, да? Регистрируешь там аккаунт, вот, например, как этот. Те, кто хоть немножко знаком с Инстаграмом, знают, что там раз, описание себе сделал и поставил ссылочку вот на био, байо так называемое, там, где можно это приобрести. Вот другое, да, вот аккаунт. Он что предлагает? Он говорит, вы можете использовать и мое лицо, потому что он узнаваем в этом, в интернет-мире. И здесь у него 100 с лишним постов, уже готовых. То есть 3 месяца вы можете каждый день по одному посту в Инстаграм закидывать, не задумываясь, что туда писать, как это все оформить. То есть все это готово. Вот этот парень, например, вот этот, который воспользовался предложением, он, видите, здесь добавил LinkedIn bio, да, вот это вот в чем смысл? Чтобы вот перешли сюда, кликнули вот по этой ссылке и попали вот на такую продажную страницу. Вот как эту страницу оформить, что это сделать, он все это показывает в этом ролике. Я ссылку скину под вот этот ролик, будет в описании. Там даже механически чисто, если будете смотреть, что куда он кликает и клацает, поймете, как все это делается. В принципе, я сделал, повторил все, что он объясняет. Вот получается вот такой вот сайт. Это на Gumroad. Вот видите, здесь цена отображается. Если кто-то кликнет «я хочу это», то есть все это у него расписано, там показано, как делать. Кликает «я хочу это», его перекидывает вот на оплату. После оплаты он переходит уже туда, куда надо. То есть переходит вот сюда. И получает свои ролики. Примерно такую же картину можно сделать и на кофе. Я ее тоже сделал. Вот закинул его картинку, оценил в $9. Цену, он говорит, устанавливайте сами, какую хотите. За сколько хотите, за столько и продавайте. Хоть бесплатно раздавайте. Ну, естественно, нам надо заработать хоть что-то. Точно так же и вот тот сайт кофе, кто видел, смотрел у меня на канале, кто-то пользуется уже им. Вот то же самое. Кликнул. Имя, фамилия и вот здесь карту заполнил, почту там заполнил, то, что надо, и купил. То есть можно продавать и через кофе, и через Gumroad. Вот этот сайт. Этот сайт работает с PayPal и банковскими переводами. Этот работает с Пионером, с Вайсом. Ну, зарегистрируйтесь, посмотрите сами, какой способ вам удобнее вывода денег, тот и будете использовать. Вот где-то вот в таком ключе. Вот видите, кто-то другой взял и тоже быстренько все это использовал. У него только вот это есть. Больше ничего он не продает, вот этот с Gumroad. Интересная тема. В любом случае, минимум работы, минимум затрат, минимум вложений, все готовенькое взяли и распространили. И вот, пожалуй, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.